Она должна была быть такой уплотнитель цветной, там написано в тендере, на цементной основе. Это тоже мы видим из технической документации. На самом деле, если мы поковыряем, никакого тут цемента нет. Насыпка. Да, просто песок. Соответственно, как бы скажем, эта плитка лежит на песке, песок вымывает осадками, и плитка, здесь мы видим, что она, здесь видно, что... Что она уже трескается. Все это было направлено в прокуратуру, но прокуратура, на наше удивление, направила представление, предписание мэру города Бишкек Суракматову, как нам отвечает прокуратура, и виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Это просто настолько удивительно, как на такой ущерб нанесенный 5 миллионов 185 сомов, и оно у нас, оказывается, тянет только на дисциплинарную ответственность, а не на уголовное дело. Встает теперь вопрос, да, кто эти 5 миллионов вернет, кто это все восстановит, большой вопрос. Поэтому парку не возбуждено уголовное дело.